Всем привет, с вами Penny Preds, и это снова Case Battle. Короче, на баланс сегодня закинули 200, без всяких промокодов, без всего. Будем проверять, как вообще сайт дает, если все-таки без промокодов. Потому что в понедельник мне что-то удалось вывести, потому что я промокод не использовал. Вчера меня слило. Вот сегодня решил посмотреть, а правда ли, что без промокода вероятность окупиться выше. Какая сегодня у нас стратегия у меня? Ну, конечно же, бесплатник крутануть. Ебать, еще 23 минуты ждать, да, до бесплатного? Ну, тогда нет, я бесплатник потом буду крутить. А, на сатен сейчас сильвера покрутим. Сколько мы раз тут откроем сильвера. Потом, сколько это? 5, 6, 6, наверное, раз, да, откроем сильвера. 6 раз, может, откроем сильвера или 6, 6, не, наверное, 7 даже откроем, да. Ультралайт. Че, ультралегкий или ультрасветлый? В общем, какая-то... О, еще бронзовый декор. Так, еще 3 раза точно открыть могу. Еще могу. Оу. Хера себе. А, нет, так я еще даже один раз могу открыть. Духовики. Не, ну в целом сейчас нападало больше, чем на сотку. Перо, сорокет, нихуя себе ты. На 184 нападало. Нормально, тогда что мы сделаем? Мы сейчас контра. В контру. А, давай вот эти вот три попробуем в контру. Или, блядь, может три дорогих в контру закинуть. Ладно, хуй с тобой. Давай три дешевых попробуем, посмотрим, что получится. 27 закидываем, смотрим, что забираем. А 31 получаем, нормально. Вот, теперь мы на вот эти вот, сейчас мы залетаем в апгрейды. Ну да, вы правы, я буду ловить 10%. Я буду ловить 10%. 10% буду снова ловить. 10%. Будем смотреть. Ну давай, статрек Триумвиат. Посмотрим, как ты поймаешься, как ты дашься. Нет, этот не дается. Второй тогда лети сразу. Но этот тоже не хочет давать. Так, ладно, давай мы переключаем на 300. На 300. 300. Ну давай, смерч, хуй с тобой. Золотая рыбка. Так, нет, этот бородит. Слушай, на 40, на 400 есть очень хороший шанс зайти. Сейчас вот очень хороший шанс зайти на 400. То есть посмотрим, так ли это или нет. Ну вот пустынка. Пустынка, интересный скин такой. Давай попробуем, давай. Давай. Ну, сука, тяни давай. Есть, сука! Да, блядь! Прям вообще, прям... По тонкому льду зашло. Ладно, тогда мы демонтаж. Тогда мы продадим демонтаж. Блять, может попробовать второй скин? Ну, два-то хуй зайдет, да. Так, а где у меня этот демонтаж? Ёб твою мать. Ёб просто... Тебе чё? А, вот он. Давай мы продадим демона. Демона. А, демона 177. А, пожалуй, вчера Пакмана шмутил. Шмак Пакмана шмутил. Че, блядь, какой бы крутануть такой кейс от синт-контроль? Подожди, а где эти были все там ягуары? А все, они закончились, да? То есть я их... Ну, я там разок крутил. Так, давай мы тогда сейчас это... Ебанем Пакмана. Короче, X2 я сделал. Теперь все там. Бамбук курить, Пакмана крутить. Ебучее облучение. А, там еще на одного Пакмана хватает. Золотой висмут. А, ну висмут нас окупил, да? Бля, может амонгов снова подрочить? А как думаете, пацаны? Подрочить амонгов сколько? 500. Главное все сразу не продать. Сейчас нажму, блядь, продать все и прям... И ведь все продам. Так, сколько? 30. 30, блядь. А что у нас по амонгам? Подожди, нет, амонги. Окей, 134 есть. Подожди, а сколько у нас... Пленс висит зомби. Давай мы разок крутанем Plants vs Zombie, посмотрим. А, блядь, а кейс симпла тут и от... доступен? Нет симпла. Симпла доступен. Так.
Блять, а к чё я в шара? Такой этот, блять. Джон Уик, Киберпанк. А, Симпла, вот. Доступен, да. Давай-ка тогда разок его ебанем. А, 120... А, он такой. Взгляд в прошлое. 70 рублей. Ой, блять. Хуйня, короче, какая-то. Так, теперь тогда чё? Чума, хуйма, ну... Контроль. Я хочу все-таки. Да ебать, а где эти-то стали? Angry. Angry закончились, что ли, все? Или что? Angry Bio. Их убрали? Что? Ёпта мать. Как так-то убрали Angry? Экараунд. А, подожди. Ну тут остались Angry Red и Angry Chuck, да? А Among Us ушли, что ли? Все, да? Ебануться. Ну, давай мы, короче, попробуем Angry Red. Angry Red. Simple не дал. И не дает и эта хуета. За... О, 11 рублей, пиздец. 46. Давай мы, короче, до Сильвера. Сильвера тогда давай. Три раза откроем, посмотрим, что. Что? Ой, блядь, пацаны, я же это... Совсем забыл, короче, сегодня же среда. Сегодня среда, это значит, что сегодня у нас будет объявлен быстрый розыгрыш. Вот, и сегодня, сегодня, в роз... ну, точнее, не, в... не сегодня, а в этом в розыгрыш у нас участвует вот такой вот, короче, скинчик. Доктор Романов Кавалерия, короче, будет разыгран завтра. Все, что вам нужно сделать, это поставить лайк именно вот этому видосу, подписаться на канал, ну, то есть, или быть подписчиком от одной недели и более, и, конечно же, написать комментарий, какой-нибудь классный, такой крутой, приятный комментарий, чтобы я, когда его читал, я улыбался, да, ну, и чтобы в нем было, как минимум, 5 слов, вот, и завтра я выберу победителя, все, ну, ладно, а я лечу сюда дальше, смотрю, что получится, еще разок откроем, посмотрим, что тут выпадет, дальний свет. Дальний свет, свет далеких планет нас не манит по ночам, нам только... Блять, я сейчас чуть снова не нажал продать все, блять. Сука, надо тебя запросить на вывод, иначе я это... Давай-ка я тебя запрошу, потому что это, блять, потом нажму кнопку продать все, я же потом это... Я же, блять, расхуярю тут компьютер, ёпты. Из-за каких-то 400 рублей компьютер разъебу. Ну не компьютер, монитору-то точно, сука, достанется. Давай ингричака откроем. Что ты дашь мне? Разбойник? Какой-то ты хуёвый ингричак. Ингричак ты какой-то, честно, хуёвый. Давай снова в сильверы. Давай снова в сильверы. Блять, ну вот дань уважения-то он, по-моему, заебательский фамас был бы. Но не хочет что-то он выдавать. Послание коринфянам. Так, послание коринфянам. Заебись, отдало. Два раза. Ах, нихуя себе, блять. Сказал я себе. Вот тут можно теперь продать. Ну что, давай тогда снова еще симпла ебанем, если он еще не исчез. 125 есть рублей, вроде на симпла хватает, да? Только да. Так, подожди, ебучие. Ебучие, блять. Вот так вот я и в КС стреляю. А, он уже недоступен, все. А, он уже недоступен. Но у нас есть кейс Супермен. Нет, не хочу я Супермена открывать. Блять, вот... Чё, 132 рубля, что открыть? Раз, два, два, три. На три не хватит, да? На три не хватит. На один этот тоже не хватит. Давай тогда, чё мы? А, блять, хуё. Давай мы тогда сейчас откроем снова Angry Chuck. Angry Chuck. Можно, в принципе, вот два раза открыть Angry Chuck. Посмотреть, что выпадет. Бронзовая декорация за 24. Слушай, ну бронзовая декорация, когда падает с этого, блять, это заебись. Но когда отсюда падает, это хуйня. Хуйня полная. Латунь, блять. Еще это 75. Ну это окупило, да, слушай, это окупило. Тогда давай еще разок откроем. Тогда давай откроем еще разок. Латунь. Ну, снова бронзовая декорация, блять. Хуйня. Так, давай тогда мы... Ну давай, в чак. Чак-чаряк. Чак-чак-чак. Чак-чак. Сука, чё я в этих кейсах-то не ориентируюсь, пиздец, блядь. А, вот ты, чак. Чаки. Так, блядь, на Plants vs. Zombie я так еще и не нафармил. Еще на один Angry хватает, чак. Гадюка. 39, блядь. Ну,
Немного, но не окуп, все равно. Все равно неприятно. Неприятно. Багровая цунами, 45. Сука, ты меня на 30 копеек купил, да? Ну давай еще разок. Да чтоб тебя вж... Заразъебать коленкой в глаз. Чертило, блять. Давай быстро откроем. Раз. Нахуй. Два. Туда же, ёпты. Три. Иди ты жопу подотри. Блять, что ты? 18. Нахуй. Еще раз. Ртуть. В пизду. Синяя фанера. Туда же, блять. Хватка. Ой, блять. Надо было продать тебя. Продать. Дворник. О, заебись. Ну все, это бабецало. Бабецало, короче. Бабесало. Ни на что не хватает, все. Ни на что не хватает, ребята. Ну, все получается. Этот скинчик забрал. Забрал я, короче. Что я тут забрал? Ну, короче, тот скин я забрал. Глок или что я там выбил, блядь? Что я выбил-то, я забыл уже. Вот. А, да, Глок 18. Пункт. Заебись, да, короче. Я его забрал. Слушай, неужели без промокода окупиться можно лучше, чем с промокодом? Завтра я, кстати, снова проверю. Я снова без промокода завтра закину бабло и попробую окупиться. Вот, ребята, в общем, на этом все сегодня. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте ваши лайки, пишите ваши комментарии. Участвуйте в розыгрышах и побеждайте. Всем пока, до новых встреч.